Адриан Гузяев. Перед перерывом вы точно здесь говорили, что на перерыве будут очень такие разговоры. Что вы говорили парням? Ну что, я хочу сказать, в первую очередь я хочу поблагодарить ваш канал. Вы дали мне возможность поговорить. Отпустили, да. На самом деле вы прочувствовали, что я должен быть там в раздевалке. Поэтому благодарю ваш канал. Но то, что мы поговорили, то, что немножко надо было чуть-чуть подтянуть дисциплину, самоотверженность и использовать свои контратаки, атаки. Ну так и получилось. Ehk siis jah, tänate ka meie tööd, et me siin andsime võimalust rääkida vaheajal ja kokkuvõttes tehti vaheajal omad järeldused, mäng läks paremaks. Была это перфектная игра от стороны Транса сегодня? Ну, знаете, вот последние две игры мы очень удачно сыграли и очень уверенно сыграли. И мне лично хотелось бы, что сегодняшняя игра, то есть с Инфонетом, ну, очень мы постоянно Инфонету теряем с Инфонетом, самый неудобный соперник, и очень хотелось бы сегодня вот переломить. Поэтому я считаю, что такая была сегодня игра и победа, очень переломная для, в плане становления нашего клуба. Et meeskonna seisukohalt kaks viimast mängu oli olnud väga head, aga täna Infoneti või siis FC vastu oli ilmtingimata võitu vaja. Adam Gusjajev on sellega väga rahul ja meeskonna üle ääretult uhke. Spasibo vam! Spasibo vam! Mm-hmm.